Кругосветное путешествие по лестнице с Эксо. Второй сезон. Озвучка студии Сильвана. Смотри, сказал же, это было странно. Это удвоено. Эй, это было странно. Он только что сказал, что это сторона. Он сказал, что будет удвоено. Избегает взгляда. Прости меня, Тёнде. Горечь. Выглядит так, будто он сам себе яму вырыл. Если бы я только следовал внутреннему голосу, тупик одной ложки подтвержден. Эй, по сравнению с тобой, Тёнде он тоже не будет это есть. Нет, Чен будет использовать это. Он сам вырыл себе могилу своей ложкой. Ты ел во время полета? Не ел. Твоя ложка меньше моей. О, еду приносят. О, выглядит большим. Взгляд прикован. Размер одной чашки выглядит как две чашки. Спасибо. О, выглядит очень вкусно. Не может оторвать глаза от китайской лапши с говядиной. Бекён заказал красный суп. Лапша похожа на нарезанную лапшу. Я хочу поесть красный. Текстура как у нарезанной лапши. Эй, ты! Нет, возьми это. Откусывает. Сухо заказал бульон. Мясо очень вкусное. Аккуратно откусывает, обмакнув в соусе. Это вкусно с этим тоже. Попробуй с этим соусом, очень вкусно. Это сделано из муки? Вкусно. Если это безвкусно, то ешь это с соусом. О, эй! Чанёль поменял свой заказ на лапшу с пельмешками. Откусывает кусочек сочных пельменей. Наслаждается с закрытыми глазами. Горячо, горячо. Пока участники наслаждаются едой. Вкусно? Дай попробуем. Один человек, чье присутствие чувствуется только через аудио. Выглядишь так, будто на личных каникулах. Я тихонько поем и пойду. Как только приносят еду, он начинает кушать. Спасибо за еду! Он начинает беседовать один на один с едой. Отрежь лапшу, отрежь лапшу. Вау! Наслаждается удобством так, будто пришел в ресторан для одного человека. Я счастлив, потому что я в знаменитом ресторане Гаусюн. Чанде, прости меня. Сначала оттуда поешь, всего разочек. Братья с одной ложкой, о которых мы забыли. И тарелка красного супа, потерявшая хозяина. Что ты делаешь? Куда потащил? Дай мне! Чего вдруг? Что за? Дай мне ложечку! Дай! Дай мне ложечку, чтобы я смог отхлебнуть! Нет, почему? Отдай мне мой красный суп! Ты такое потерял? Да знаю! Такая потеря! Но вы, ребята, ведь можете это съесть? Лапша! Продолжает трясти палочки. Где красный суп, что был напротив меня? Тогда поешь красный суп. Он не злится. Дай мне его. Эй, что за... Друг, сначала я съем свою ложечку. Время для Ким Чон Дэ кушать красный суп. Сосредоточен. Можешь все съесть на одной ложке? Наберите немного супа, а затем положите лапшу. Чон, Чон Дэ. Чон, горячо. Чон, лапша. Одна ложка. Конечно, Чон Дэ все может. Почему я это сделал? Теперь дай мне, пожалуйста. Я тоже ложечку съем. Вкусно? Угу. Я думаю, в эту ложку все поместится. Нет! Это целый половник, половник. Половник. Не-не! Мошенничество. Без палочек. Сбит с толку. Как мне есть без палочек? Ты пробовал есть без палочек? Языком. Я все сюда запихну. Бульона тоже возьми. Одна ложечка в стиле Дио. Тогда уже из тарелки ешь. Это же целая тарелка, разве нет? Так, теперь я готов это съесть. Спасибо. Первый долгожданный глоток супа. И второй. Теперь он не спеша наслаждается вкусом. Держи. Не-не, нельзя так.
но все еще следует правилу «одна ложка». Хочу пить. Тщательно оценивает натуральный вкус красного супа. Пока серьезно Дио исследует вкус красного супа, предыдущий владелец этого супа молчит. О, подождите. Чунда тот, кого наказали? Чунда кажется хуже всех. Все было зря. Ой, правда очень вкусно. Беспокоен. Мне даже жарковато. Его глаза молят о лапше с тушеной говядиной. Ты проголодался, да? Нет, я в порядке. В порядке? Я очень голоден. Я очень голоден. Сочиняй один акростих. Сочиняй один акростих. Китайская лапша с говядиной, кунжутная лапша, лапша с пельмешками. Он ведь сможет поесть, только если получит от нас одобрение. Игра на одну ложку или на тарелку? Дополнительная тарелка супа. Самый вкусный суп? Точнишь стих? Китайская лапша с говядиной прямо перед вами. С этим? Эй! Выбери кунжутную лапшу, кунжутную. Мне уже нечего терять. Кто будет меня оценивать? Мы справимся. Мы с этим справимся. Мы будем считать очки от зрителей. Ладно. Тогда кунжутная лапша. Чунде, ты справишься. Раз, два, три. Это моя последняя просьба. Раз, два, три. Не шучу от всего сердца. Раз, два, три. Я. В ожидании. Чунде, давай же. Раз, два, три. Я хочу съесть лапшу. Я хочу съесть лапшу. Я хочу съесть лапшу. Хорошая работа. Чен выиграл тарелку китайской лапши с говядиной. Спасибо. О, это вон она, вон. Ва, я ее съем. Все еще идет пар. Спасибо. Следующая лесенка. Второго шанса не будет. Мы пойдем на это, если вы согласны. Хорошо. 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 Все слышали? Я знал, что так и будет, поэтому все съел. Я тоже все съел. Я наелся. А это тот, кто только начал есть. Впечатлен. Наш Чунде гуляет только на дорожке из лапши. Диод, ты наелся своей одной ложкой? Да, на самом деле я съел целую тарелку. Рад встрече с тобой. Ложка и вправду большая, поэтому в следующий раз, если скажет одна ложка, я ей наемся. Полностью доволен. Чен, слушай, пока кушаешь. Сейчас и правда начинается наше путешествие. Мы собираемся в место под названием Вэй Юин. Вы будете разделены на две команды, надо выполнить миссию. Разделим вас на команды до отъезда. Разделите нас на команды? Давайте просто сделаем это. Окей, тогда вверх и вниз. Вверх и вниз. Вниз. Чен Сухо Дио Кай. Вверх. Чанёль Бекён Сюмин. Минсок хорошо бегает, это плюс. Чанёль Бекён Сюмин в одной команде. Я лучше в миссиях. Чен Сухо Дио Кай в одной команде. Когда дело касается игры, Кён Су хорош. Они хороши, но... Пылает. Думаю, что команды сбалансированы. Спасибо за еду. Встретимся в пятом эпизоде. Озвучка студии Сильвана.